У нас Санта-Фе последнего разлива. Вот тут у нас вмятинка. Как снять фонарь? Вот такие заглушечки. Осторожно поддеваем. Тут два у нас находится под крестик винтика. Все, несмотря на то, что машина модная, снимается все легко. Тут вот разъем папа-мама. Я думаю, все знают. Вот сюда вот нажимаешь. И разъемчик выходит. Вот такой у нас фонарик. И два у нас таких вот шурупчика под крестик. И все. В принципе, вот достать. Вот она у нас вмятинка. Вот. Достать одну из заглушек. И сюда можно спокойно инструментом долезть. Не вижу смысла там сверлить. Или даже, допустим, вот отсюда. Здесь просто вот она резиновая заглушка. Тоже можно... Достать будет вот сюда, до вмятины. Вот она, наша вмятина красивая. Вот, так что вот так легко и просто снимается и ставится фонарик. На этом все. Ну, лучше знать, как говорится, как делать, чем думать. Как, чего. Поэтому вот такие маленькие видео снимаю, чтобы, в конце концов, кто не знает, тот посмотрел и... Я знал, что тут никаких подводных камней нету. Точно так же сам смотрю чужие видео, прежде там, чем какую-то машинку или какую-то деталь разбирать. На этом все. Всем спасибо. Мы приступили к разборке капота. Вот они, клипсы хитрые. Их надо надавливать. Она не хочет брать. Ну, короче говоря, сейчас одну снимем. Они такие вредные клипсы у нас. Не хотят просто так сдаваться. Для того, чтобы снять капот, надо попону снимать. И вот эти клипзочки. Они не хотят сниматься. Это специально делают, чтобы их ломали. Ну ладно. Об этом какие чуть попозже. Тут клипзы. Вот, противные. Их по одному усику приходится вынимать. Ну что делать? Вот так вот долго и нудно снимается противно эти. Трямпочка постелена для чего? Для того, чтобы упав на нее, вот так упала, но не в двигатель. Вот так потихоньку извлекаются вот эти вот штуковинки. Клипзы. Ну, зато аккуратненько. Да, ну, зато аккуратно. Потому что часто бывало, не постелив такую тряпку, потом ищешь в отсеке двигателя. И не можешь их найти. Поэтому вот по зазорах. Машина новая. Капоты не снимали. Санта-Фе, машина дорогая. Вот смотрим зазоры. Вообще тонюсенькие. Если посмотреть вот так. Опять же, вот не стыкуется здесь. Здесь, ну это ладно. А вот тут. Вот какой выступ. Должно быть вровень, вот, с этой стороны вровень у нас, вот мы, я сниму, здесь вровень почти, а здесь у нас вот так, вот, зазорчики вообще, ой-ой-ой, тонюсенькие, опять же, здесь один зазор, здесь другой вообще, ноготь можно засунуть только, как так делают, хрен его знает. Вот, ну, уже коцка есть.